Сообщение о возгорании поступило около 6 часов вечера. К этому времени открытое пламя уже охватило половину балкона. На место выехали 7 пожарных расчетов. Возгорание считанные минуты, буквально сразу же, даже секунды, наверное, ликвидировали, потому что как бы дом, ну, этот рядом находится, и сообщение поступило, то есть моментально поступило о дыме, а не сразу то, что там открытое пламя увидели. По словам дознавателя, причина возгорания банальна. Кто-то этажом выше, не потушив сигарету, выбросил ее на улицу. Окурок приземлился прямо на балкон, где жильцы хранили различный хлам, от которого впоследствии остались лишь угольки. Соседи, находясь дома, о пожаре ничего не слышали. Я не выходила из дома. Женщина сказала, пожар, оказывается, говорит, был. Я говорю, я не знаю, я ведь редко выхожу. В квартире напротив горящего балкона на момент возгорания никого не было. Здесь никто не живет уже год. От огня незначительно пострадала лишь наружная рама. Слава богу, то, что погибших, пострадавших нет. Квартиру, комната нежилая, которая бы находилась, она не повреждена. Огнеборцы в очередной раз просят горожан не бросать окурки на улицу. Из-за одной непотушенной сигареты кто-то в лучшем случае может лишиться квартиры, а в худшем – жизни. Вера Муратова, Максим Галимзянов, Эфир 24.